Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Знакомый объяснил, зачем над раковиной повесил губку на двух скрепках, пришел домой и сделал так же. Губка для мытья посуды, лежащая на раковине, не всегда выглядит опрятно и эстетично, но каковы варианты, ведь посуду мыть все равно надо, значит и губка должна лежать где-то рядом. Мой сосед решил этот вопрос довольно интересным способом, он повесил губку над раковиной, используя две обыкновенные скрепки. В этом ролике вы ознакомитесь с его лайфхаком. Что же вам понадобится? Всего лишь губка для мытья посуды и две скрепки для бумаг, разного размера, большая и средняя. Большую скрепку прикрепите к поролоновой губке, снимите металлические элементы. Прикрепите небольшую скрепку к большой, так как это показано на фото. В общем, абсолютно ничего сложного, как вы видите, остается только закрепить этот механизм прямо над вашей раковиной. Мой сосед повесил ее, зацепив за кухонную полку. У меня такой полки нет, зато длина крана позволяет повесить ее на него, так даже удобнее. Между прочим, скрепки держатся не очень надежно, они могут двигаться вперед назад, но не переживайте. Этот момент можно использовать даже в своих интересах. Раздвиньте, например, их так, чтобы после мытья посуды губка находилась над сливом в раковину. Вода будет капать именно туда. Ну а если губка сухая, задвиньте ее обратно, чтобы она вам не мешала. А какие подобные интересные лайфхаки можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.